ребят, добро пожаловать на шестой этап Формулы 1 Лиги Затмира. Италия. Эх, что же, у нас в прошлой неделе был печальный этап в Монако. В этот раз надо постараться его не повторить. Надеюсь, в этот раз все пройдет в лучшем виде. Да. О, стоп, у нас нет Потапова. Да это заявка на битву за топ-3. Вот это интересно уже. Очень даже интересно. Ну что, задача? Заехать в этот раз в хорошие очки, не обосраться, как это было в последних двух этапах. Это самая главная задача, так сказать. Ну ладно, хотя бы установочный круг есть. Радует. Херня, круг полная, просто такая шляпа. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо. Так, не хватало мне третий раз подряд разъебаться в квалификации. Я уже этого не вытерплю просто. Третий раз подряд. Собирать так жестко. Сбинала. О, японский ты городовой. Братан, как что так разнесло-то? На разгоне-то. Надо ж аккуратнее. Блять, жопу снесло. Ай, все время просрал в Аскаре. Ну, типа, возможно, сейчас доеду там с 1-10. Жесть. Из-за этого я по 1-10 точно потерял, что я... Ладно, я еще на разгоне, конечно, накосячил. Ну нахуй. Вот просто, ну почти идеальный круг был. Лучший второй сектор был за мной. То есть я мог спокойно сбросить от своего времени где-нибудь 0,7. И я был бы спокойно в 4-м месте, блядь. А так, да, Аскари. Привет, отбойник. Минус крыло. Минус время. Ну, короче, все по сценарию, как обычно. Я думаю, у нас на первом круге будет сейфтикар. Потому что точно кто-нибудь да убьется в первом повороте. Я не поверю, что все выживут. Кто-нибудь пролетит точку и пойдет по цепочке, соответственно, все. Блять, эллипсис, ну ты серьезно? Ну что за хрень? Чел тупо вытолкнул. Охренеть не стать. Просто охуеть. О, блять, да, я в эту же гребенку поехал, блять. Охрененный старт, я ничего не могу сказать просто. Охуительный, блядь.
safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Блять. Тут я вовремя, конечно, успел. После столкновения. Типа. У игры было столкновение, у меня не было. DRS now available. Я запреди идущего догнать товарища. Как его догнать-то, блядь? В смысле, я был больше, чем секунду? Ёп твою. Блять! The car behind is dropping back. We're seeing a gap form. А он все утерял в его слепстриме. Ебутер жопа. Надо теперь оторваться с ним каким-то образом. Сейчас данный момент находится во всей этой мясорубке. Отличная от Глорина, даже на подстопе выиграл много. Почему у него не беспокоится. У тебя там что-то желтый флаг у нас после распаривает, меня это много напрягает. Пойду его пораньше. Хотя это мне сейчас может стоить в хлеб. Да, заставил. Пролетел с точки торможения. Эх, такофоп, такофоп. Блять, хуй.
ёбенько немного. Ладно, я не буду здесь его пытаться атаковать в этот раз. Катанкофоба. Подождем старт финиш, что тоже. Вот. Отрывается засранец. На ней экономит соло. Сопротивлянцы. Чего сопротивляться? Ну что это? Плохо. Так, я надеюсь, не было у нас нет. Что ж, никак не отвожается нормальному крыло. Бедня. Если был, то извиняюсь. Не хотел. Ладно, теперь два впереди засранца. Надо их догонять. Подовский на пистопе. Ну, значит, в борьбе он уже, скорее всего, не будет уже участвовать. А, Зет на медиум перешел. Ого. Интересный момент. На последних 4-5 кругах он у него уже будет вообще никакущий. Блин. Кроме того, что сейчас Голдман получает ДРС и слепстим от Зета, и они за счет этого уезжают. Вдали от меня. Да, но Подовский очень далеко сейчас. Его бояться не стоит. Ладно. Да. Ошибся. Он оказывается позади. Я только что очень хуйно проехал первый поворот. Настолько хуйно, что я где-то полсекунды как раз в нем слил. Как-то Голдман очень много начал проигрывать. За это ехал. Я знаю, что, блядь, позади меня машина едет на секунду быстрее на круг. Сюга! Да Подовский, убейся где-нибудь, боже. Не души, пожалуйста. О! Так, отлично. Хуёво моё дело. Ой, блядь, ебать, я по такую ультрахуёвую траекторию сейчас проехал. Ставил, блин, место. О, сейчас будет батл интересно перейдем на это. Ох, так еще заработать. Грязный воздух, фак. Что очень хорошо вышло за него как раз. Вообще нет. Ну, Голдман сейчас медленно будет проходить повороты по отношению ко мне. Грязный воздух плюс шины. Сказал я. Еще 3 секунды. Заебись, блядь.
отмежевался от него секунду. Он очень быстро что-то голдман все, он стоп. Он вот что-то сломался. Оп, Затмир тоже пал. Ну все, пятое место за мной, если я не накосячу, естественно. Блин, на подоску, ну хоть бы хны. В начале гонки поломка, блин. Два пит-стопа итогово. Ну, ему хоть похуй. Он все равно хреначит. Узнаем про Зета впереди. Может, у него там штраф подхрелен. Мне надо его до него доехать, пройти и еще на 3 секунды оторваться. Типа, если я хочу заработать себе четвертую позицию. Но за это отрывается. За счет Лопатовского он хоть у меня отрывался еще. Ага, спасибо. У меня 6 секунд штрафа, если что, поэтому. С Яриком ни хрена не получится зафайтиться. Оп, эллипсис. Проиграл свою позицию. Ну, я говорю, на подоску хоть бы хны, блин. Ему, блин, ломай, не ломай передние эти крылья на первом кругах. Все равно приедет на подиум, блин, если вообще не выиграет еще. Я знаю, что у него минимум хуже, он заезжал на 3 круга раньше, чем я, но... У меня... Машину сносит сейчас в поворотах очень дико. Влез, мол, в Аскаре. У меня стап, ну, крылья не сильно сбалансированы. Надо было на пистопе, на самом деле, открутить их передним крылом. Ну, в любом случае, пока что пятая позиция уже гарантирована за мной. Если там кто-то впереди, конечно, не набрал миллион штрафов. Эллипсу кидать не буду тогда. Протест. Буду выталкивание, хер бы с ним. Гоночный инцидент, так скажем. На его месте, в принципе, плюс-минус так же поступил бы. Не наработал он там еще 9 секунд штрафа, чтобы я точно мог уже его обогнать. Ладно. Ёпта. Чтобы не запороть еще. Ну что, пятая позиция. А, стоп, Голдман. Голдман расшибся, ёпт. И видите, вот это тильт. Тупо после Аскари на 6-м месте расшибся, ёпт, простая. Ох. Ну, типа, гонка могла пойти для меня лучше, если бы не момент на старте с эллипсисом. Ну и самый главный момент — это квалификация. Если бы я ее не запорол бы, я мог стартовать где-нибудь со второго или с третьего ряда. Ну, со второго даже, спокойно, с четвертого места. А так я стартовал с восьмого. Типа, неплохо прорвался на старте, там отыграл позиции 3. Или 2-3 где-то так. Италия. Ну, хз, ну, типа такая. Италия слишком простая трасса. Здесь легко удержаться за противником можно. Много прямых. Это не какой-нибудь там Монако, где можно разъебаться об любую стенку. Да. Нападовский на втором месте приехал. Блин, сломанный переднее крыло у него было в начале гонки. Жесть, и все равно второе место спокойно. Вот, так что как-то так, ребят. Давайте до следующего воскресенья. Приходите обязательно на стрим.